Ну и снова здрасте из Одессы вам. Я вас приветствую сегодня. Ну и сегодня хочу поговорить на тему еды. Что мы едим, как мы едим, и что полезно, а что не полезно, что вкусно, что невкусно. И хочу вот порассуждать на эту тему. Что лучше? Либо есть только полезную еду, и неважно, какая она на вкус, либо только все вкусненькое, и неважно, полезно или нет. И вот я, конечно, почитала об этом, и вот посмотрела, что говорят об этом умные люди, и вот что хочу с вами поделиться. Что по поводу полезности еды и продуктов, из тех, которые мы любим, они не все полезны. Вот, допустим, молочные продукты. Многие из нас, конечно, любят молочные продукты. И многие их употребляют. Как без них? Вот как без них прожить? Объясните. Но оказывается, что молочные продукты нам вообще не полезны. Это только маленьким детям. И понятно, что это взрослым уже нет необходимости в молочных продуктах. Но вы, конечно, многие не согласитесь, но вот, к сожалению, вот видите, вот так многие ученые говорят о том, что вот молоко, молочные изделия, молочные продукты не полезны. Ну и потом, вот крахмалистые продукты вроде как тоже очень как-то нехорошо для нашего организма. Это не только картофель, в котором, конечно, много крахмала, это и крупы, и вот, которые из пшеницы. Конечно же, они крахмалистые, и они не полезны, а многие без таких вот каш не могут обойтись. Но, к сожалению, это, опять-таки, не полезно. Потом, вот хочу сказать о яйцах. Вот вроде бы очень полезно, особенно желток, который вроде бы хорошую пользу для организма составляет. Ну и белок, конечно, который нам нужен для наших мышц, для всего. А нет, оказывается, ученые тоже доказали, что это не очень полезно. Причем, если еще есть редко их и в разумных пределах, еще куда ни шло. Но если увлекаться яйцами, это очень вредно для организма и для памяти нашей. Вредно, говорят, от этого склероз появляется, если увлекаться. Вот систематически поедать вот продукты с яичными и белками, с желтками, это очень, конечно, вредно, как оказалось. Ну и вот по поводу мяса, что хочу сказать. Ведь все едите мясо и не задумываетесь, а вот полезно оно или нет? Оказывается, что полезно только то, что, допустим, еще зависит от этого, что, чем питались животные. Если это телятина, которая питалась травкой, так же сама курица, которая употребляла, допустим, какие-то натуральные продукты, это одно. Но вы знаете, что сегодня, конечно, многие скармливают животных разными кормами, которые как-то там чем-то напичканы не очень хорошим. И это не полезно. Но как
как обнаружить, хорошее это мясо или нет. Ну, я знаю, что за границей пишется в магазинах, когда покупаешь органик, не органик. У нас, конечно, ничего это не пишется. Но единственное, что я видела, курятину, написано там без ГМО или без антибиотиков. Вот, без антибиотиков, да. Но верить, не знаю, стоит или нет. Вот напишите, вы верите этому? И вот получается, что из всех продуктов полезного очень мало. Но что же есть? Чем же нам питаться? Но многие говорят, что нужно есть много овощей, много фруктов. Но о фруктах тоже отдельный разговор. Ведь фрукты имеют много глюкозы, много сахаров. И, конечно, сахар не полезен для нашего организма. Опять-таки, не знаю, я вас сейчас напугаю, что будем есть. Ребята, я не знаю, что мы сегодня будем есть. Потому что, как вот послушаешь, все не полезно. Овощи, конечно, очень хорошо, очень полезно. Но одними овощами сыт не будешь. Это раз. А во-вторых, конечно, тоже зависит, как их выращивали. И чем их подкармливали, чтобы они хорошо росли. Вот. Поэтому... Не знаю, вот как вы скажете, напишите в комментариях, вот интересно ваше мнение, что вы считаете полезным и как вы считаете, лучше есть полезное или чтобы это было вкусно. А я сегодня покажу, что я приготовила сегодня, какие у меня сегодня блюда и что в моем меню на сегодня. Ну и, конечно, я на кухне и показываю вам готовый результат. Вот какие у меня сегодня блюда. Это у нас варенички. Вот такие вот я навытворяла сегодня. И сейчас я их отправлю в морозилку замораживать. У меня здесь варенички с картошкой. Конечно, это крахмалистое блюдо, но многим советую, кстати, сейчас, кто постится, готовить вареники с картошечкой. Еще можно с капустой, но у меня сегодня с картошкой. И я, конечно, сейчас отправляю в морозилку и приступаю к готовке пиццы. Потому что вареники у меня замораживаются и будут на завтра. А сегодня будет пицца с грибами. Ну, я добавляю немножко, конечно, мяса. Но вы можете сделать пиццу с грибами. И тоже для поста, кто, конечно, ограничивает себя, можете воспользоваться такой вот идеей приготовить пиццу с грибами. Ну, я поехала готовить. Ну что, Саша, делаем сегодня пиццу. Вот я уже... Вот у нас сегодня пицца с грибами и с мяском, колбаска. И, конечно, основная часть грибы, потому что, конечно, грибочки мы любим... пиццу с грибами давно не делала, и сегодня с грибами будет вот такая вот красотка. И, конечно, я сейчас ее в духовочку, а сыр потом. И, конечно, будем наслаждаться потом пиццей. Что делать? Готовим, кушаем. И вот таким образом в духовочку. И уже пицца почти готова, и мы, конечно, вот так вот сырчиком засыпаем всю поверхность. И когда он расплавится, выключим духовку. А аромат, ребята, грибы, здесь вообще очень много у меня грибов, пицца с грибами сегодня в основном. Конечно, аромат на всю комнату, правда, Саша?
Конечно, конечно. И мы уже при предвкушении, вкусной грибной пиццы. Это любимое блюдо гурманов. Да, да, да. Все, сейчас будем класть в духовочку. Итак, уже у нас тут все готово. Вот такая вот ароматная вкуснота. Опа! Ой, она еще шкварчит. Послушайте. Такой звук и аромат просто супер. Как мы любим пиццу. А вы любите пиццу? Напишите нам. Пицца с грибами у нас сегодня. Супер. Ну что, дорогие мои, какой вывод делаем? Какую пищу будем кушать? Полезную, здоровую или просто вкусную? Я думаю, каждый выбирает для себя то, что ему ближе, то, что ему по душе. Мы вот выбираем вот такое сегодня, вот такое меню сегодня. Ну и в основном стараемся, чтобы это как-то где-то совпадало и вкусно, и полезно. Ну, во всяком случае, мы стараемся. Ну, а я вам желаю всего самого доброго, вкусных вам блюд. И на сегодня пока все. Пока!